Добрый день, друзья! Сегодня у меня еще одно видео о подарках, сделанных своими руками, которые можно подарить на Новый год, Рождество своим родным, близким, друзьям, знакомым. Идеи подарков. Это видео продолжает серию видео о ручных работах моей дочери Марины. В нем я показываю брошки. Материалы для изготовления – бисер, пайетки, стеклярус, бусины, цветные камни. Вот сейчас мы показываем обратную сторону. А все брошки сделаны очень аккуратно. Переливается очень красиво. Я не показывала это видео раньше, потому что одна из этих брошек в виде осеннего листочка была сделана к моему дню рождения, к юбилею. И я очень благодарна своей дочери Марине. Она всегда делает мне подарки оригинальные, в дополнение к основным еще подаркам. И всегда эти подарки радуют глаз, согревают душу. На моем канале есть плейлист с работами моей дочери. Называется он «Ручные работы Марины». Кто еще не видел его, посмотрите. Марина работает в различных техниках. Она вышивает и нитками, и бисером, картины, иконы, плетет из бисера, вот как эти брошки, делает альбомы, блокноты, скрапбукинг, вяжет различные вещи, что-то мастерит. У нее всегда много идей для творчества, и подарки всегда оригинальные, самые разные, и я никогда не знаю, какие подарки она будет делать к следующему Новому году. К следующему празднику. С Новым годом, друзья, с Рождеством. Будьте счастливы и до новых встреч. Благодарю всех за просмотры, комментарии, подписку. Всего вам доброго.